заросшее в этих местах зерно великой идеи впоследствии стало могучим деревом, корни которого питает сила китайского народа, а ветви плодоносят, меняя жизнь вокруг. Так и Ян'ань неизменно обретает все более современный облик. А теперь добро пожаловать в новый район города Ян'ань. Тут меня уже окружают высотные дома, жилые, небоскребы. На самом деле, когда прогуливаешься между такими огромными строениями, зданиями, то ощущаешь себя совсем крошечным и маленьким. Ну, впрочем, чтобы показать это место лучше, я предлагаю взглянуть на него с высоты. Поехали! Даже горы стали податливыми в руках китайских строителей, в их мягких склонах было удобно вырывать яодуны, о которых мы говорили раньше, но современный подход изменился. Рядом со старым Ян'анем вырастает новый современный город, раскинувшийся на 78 квадратных километров. Так как старая часть Ян'аня по плотности населения уже не уступает Шанхаю и Пекину, красную столицу Китая, так Ян'ань называют местные, решили расширить. Исконно-холмистый ландшафт пришлось разровнять, построить современные экологичные дома, просторные парки, детские площадки и торговые центры. Дух же города ощущается даже в городских декорациях. Еще один очень интересный элемент местного, скажем так, интерьера городского. То, что напоминает о славном прошлом города, это многочисленные красные звезды, даже можно сказать созвездия, которые вот так вот украшают деревья прямо вдоль проезжей части. За 8 лет здесь возвели новое жилье для порядка 400 тысяч человек. Для этого даже пришлось буквально срезать вершины более чем 30 гор, что вполне в духе масштабных китайских мегапроектов. Часть местных переселенцев в том числе переехали в современные квартиры из яодунов. Общие инвестиции в строительство более десятка миллиардов долларов США. В 2019 году здесь одержали окончательную победу над крайней бедностью. Также местные жители активно раскрывают весь потенциал земли. Производимые здесь сельхозтовары уже не являются диковинкой на столе каждой китайской семьи. Яблочный сок, мед, финики – лишь часть богатого ассортимента местных производителей. Все это, помноженное на кропотливый труд местных жителей, и является формулой успеха города. А вот как весь Китай узнает о янаньских деликатесах. Оп, и вот так вот из торгового зала реального мы попадаем в торговый зал виртуальный. Ни за что не догадайтесь, что здесь находится. Это специальная кабинка, откуда местные блогеры, то есть жители Ян'аня, ведут прямые трансляции, рассказывают всему Китаю о каких-то местных особенностях, каких-то местных товарах, местных продуктах, то есть обо всем, обо всем. Ну, а как это все работает на самом деле, сейчас покажу. Hello, 大家好，欢迎来到 直播间，欢迎所有来到今天直播间的宝宝们，没有点关注的，请给我关注哦。Попробуй себя в роли гуру онлайн-продаж не против даже местные жители постарше. Снова вернемся на пышущие жизни улицы, тем более, что с приближением захода солнца город кардинально преображается. О, пришел. А вот и площадь, где люди просто приходят покормить голубей, вот такие вот очаровательные символы мира, практически ручные. Я бы так сказал, не только не боятся людей, но даже немножко наглеют. Водоворот городской энергии затягивает каждого. Ну вот самое, наверное, оживленное место после захода солнца. У подножия статуи председателя Мао собираются люди и просто устраивают веселье, танцы до упаду. В Ян'ане в мире и гармонии живут 24 этнических меньшинства Китая, и все они не прочь поделиться частичкой своей культуры с соседями или случайными туристами, как я. Вот здесь, например, приглашают приобщиться к тибетским танцам. Есть у Ян'аня и свой архитектурный талисман, соединяющий прошлое и настоящее этого края, так как это строение едва ли не единственное в городе, которое выстояло во всех войнах 20 века в Китае и стало символом несокрушимости ян'аньского духа. Как видим, в ночном Ян'ане света ничуть не меньше, чем днем. Это вот такой вот феерия огней раскрашивается весь город, особенно его центр. И чтобы среди всех этих ярких цветов не затерялась одна из главных достопримечательностей Ян'аня. Вот эта вот пагода. Ее на фоне темного небосвода выделяют сразу два цвета. Красный и желтый.
Уже за полночь, кроме меня на улице почти нет прохожих, но город будто не смыкает глаз. Пульсирующая энергия неутомимого духа Яньаня ощущается повсюду. Дух, который был рожден в огне пылающих сердец первых китайских коммунистов, жаждущих лучшей жизни для своего народа, неизменно преисполняет местных жителей своей нескончаемой силой, ставшей причиной огромных изменений в этом регионе. Уже более 80 лет, каждый день, еще до первых проблесков солнца, сила яньаньского духа наполняет город энергией, устремляя его вперед, к новым свершениям. А это вот та самая легендарная, знаменитая, неукротимая река Хуанхэ. Она расположена недалеко от города Яньань. Именно здесь протекают ее бурные потоки. Проведя вот буквально несколько дней в городе Яньань, я обратил внимание, что жизнь здесь очень похожа на бурлящие потоки Хуанхэ. Она тоже постоянно вырывается из берегов возможного. Она постоянно движется вперед и меняется с невероятной быстротой. И, пообщавшись с местными жителями, я наверняка понял, что они уверены в том, что, плывя по реке своей жизни, в корабле, курс которому задает Коммунистическая партия Китая, они наверняка знают, что в конце концов они причалят в бухте лучшей и прекрасной жизни. Ну а на этом я заканчиваю рассказ об этом замечательном городе Яньань, в окружении этих замечательных людей. И ведь в Китае еще множество прекрасных мест, о которых нужно рассказать, что я и сделаю в следующий раз. До встречи!